знаете, сегодня мероприятие очень долгожданное и желанное, потому что в прошлом году по понятным причинам это мероприятие не состоялось, да. И вот сегодня мы открываем выставку «Железнодорожная модель 2021», буквально там со слезами на глазах мы ее открываем, потому что действительно мы многое пережили за этот последний год, и энтузиазм моделистов, он не иссяк, он усилился в несколько раз. Знаете, праздник все равно больше как-то становится постепенно. То есть выставка превращается, ну, если можно так сказать, в тусовку, да, куда собираются заинтересованные люди со всей, пожалуй, со всей страны. И за счет этого, в общем, вот ощущение праздника, оно с каждым годом все нарастает и нарастает. Процесс подготовки к выставке всегда довольно трудоемкий, но в этом году он был еще и сжат, прессован там фактически. Мы вот это все расставили за 2 дня. Обычно на это уходит неделя, так по-хорошему. Ну и плюс, собственно, подготовка экспонатов тоже занимает, конечно, какое-то время, предварительно. Было не столько неясно, состоится ли она вообще. Тут, в общем, было более-менее ясно. Было неясно, где она состоится и, соответственно, к чему готовиться. А поскольку мы-то привязаны к этому макету, который надо вписывать в имеющееся помещение, то вот это нас, конечно, немножко удручало. Ну ничего, вроде все сложилось. Сейчас осталось немножко отладить вот этот макет, чтобы все ездило без перемога. И все, и можно радоваться жизни. В этом году, в 2021, выставка проходит в совершенно новом формате. В чем это заключается? Прошлый год мы выставку не смогли провести по понятным причинам. Вот. В связи с этим далеко не все моделисты, творческие люди, в первую очередь из-за границы, не смогли к нам приехать. И мы подготовили формат не только очного участия гостей, мы сегодня видели, да, достаточно приличное количество из России, а зарубежные участники – это Казахстан, Украина, Чешская республика, нам известная Белоруссия, они приняли решение участвовать онлайн. Плюс мы приняли решение обеспечить трансляции с нашей выставки. Мы это делаем уже не первый год. Делай большой зал, он мне сказал. Делай большой зал, потому что помещения на Садовой уже не вмещают всех желающих, и мы вот эти 200 квадратных метров начали делать. И когда Леонид Михайлович, наш известный моделист, презентовал у нас в музее свою книгу, посвященную моделизму, когда меня спросили, будет ли выставка в этом году, либо нет, я уже утвердительно встал и ответил, выставка будет. Настолько приятно оказаться вот в однозначно светлом месте, вот в однозначно хорошем. Вот один человек хорошо сказал, приятно видеть моделистов, вот эту компанию собравшихся, людей, собравшихся вокруг хорошего. Вот это настолько здорово видеть в лицах людей какое-то не сегодняшнее вдохновение, неравнодушие, отзывчивость к любопытным фактам, ну и, конечно, работы сами. То есть само качество. Это настолько, в первую очередь, красиво. И это значительно. Точная модель-копия, она не просто умильна, она значительна. Почему? Потому что она не просто является изделием человеческого труда, а определенную эпоху. Попробуй без этой модели представь себе, как выглядел пояс «Красная стрела». Чертежей полно, а цветных фотографий-то практически-то нет. А здесь-то ты можешь с настоящим паровозом увидеть, как это выглядит. И любую эпоху железных дорог можно так воссоздать, что люди и делают.
Ну, я, когда здесь был, вспомнил детство, конечно, свое. Все обычно начинают с детских вот этих моделек игрушечных. Вот. К сожалению, жизненные обстоятельства не позволили дальше заниматься этими моделями. Вот. Пришлось на большие переключиться, на настоящие. Вот. Ну, так скажу, смотрю, конечно, с уважением к людям, которые могут такую мелочевку делать. Тут и не разглядишь-то иногда, того, что они делают, а это вот собирают все воедино, все оно работает, двигается. Ручной труд очень большой, я на этом посадила зрение, все что угодно, потому что без конца. Я, можно сказать, я телевизор не смотрю просто так. Мне я что-то отрезаю, прирезаю, клею что-нибудь. Ну, вот так вот. По мне так вот, например, в паровоз, вот я когда смотрю вот, ну, модель, мне там все понятно, где вот этот кулисный механизм, все. А вот на модель электровоза смотрю, вот эта крыша его, вот это просто какая-то кружево какое-то непонятного чего. Я не знаю, как это вообще можно сделать, вот крышу электровоза. Мне вот не электровозник, абсолютно совершенно непонятно. Может быть, даже электровоз модель гораздо сложнее сделать, чем паровоз. Как, ну, это надо специалистов спрашивать, кто это их делает. В 19-м году пошел поезд Санкт-Петербург-Севастополь. Запустили состав. Заинтересовались, когда же была первая этот состав. Все. Выяснилось, что да, когда-то там давным-давно, 57-58 год, здесь 60-й, ходила Нева, Ленинград-Севастополь, такой вот был, нашла. Это сделали мы этот состав, а потом сделали состав уже Таврия, Санкт-Петербург. Севастополь. Ну и когда первый поезд пошел, по телевидению было показано, как там женщина одна намазывала губы и целовала, и написала «Россия» на вагоне. И я это воспроизвела. Учить, как научиться постигать красоту железной дороги, это все равно, что сказать, учиться, как постигать красоту в девушек. Это слишком масштабное явление, чтобы можно было дать какие-то рецепты. К чему душа лежит, к тому и лежит. Как Петр Ильич Чайковский, когда спрашивали, скажите, пожалуйста, как надо сочинять музыку? Он говорил, как Бог на сердце положит. Так и здесь. Просто мир железной дороги самобытен. Можно его любить, можно не любить, нравится, не нравится, но это мир ни на что больше не похожий. Талантливые здесь участники, дети с Россоши, с Воронежской области приехали, дети, которые, в общем-то, к железной дороге никакого отношения. Я думал, это представители юго-восточной железной дороги, но это дети, которые рассказывают о технологии, о раскатке и замены контактного провода на действующем участке железных дорог. То есть совершенно уникальные дети, да. И если применить, наверное, вот эту установку в реальных условиях, там, на полигоне юго-восточной железной дороги или на нашем полигоне, наверное, это принесет какой-то определенный экономический эффект. Тем более они говорят, что вместо 8 человек могут работать 4 человека. То есть в 2 раза рост производительности, в 2 раза экономия рабочей силы. Да. Я Сивков Даниил, я из объединения железнодорожного моделирования города Россоши, Колсош номер 24, это Воронежская область. У нас руководитель Ливерко Александр Андреевич, он является преподавателем трудов, он бывший железнодорожник, и поэтому он обосновал данный кружок. Плюс у нас еще школа раньше была железнодорожная, и у нас готовили ребят как раз на профессию железнодорожника. У нас рядом с школой находится локомотивное депо, вокзал, станция Россош. Я от многих слышал, что она является по-своему знаменитая. Так что прям очень крупный ЖД-узел, я бы так не сказал. Город небольшой, находится химзавод и некоторые фермерские, так сказать, предприятия. Например, Плодовка, если я не ошибаюсь. Она, может быть, уже закрылась. Мы представляем не просто какие-либо модели, а именно новые разработки, своеобразные изобретения. Данные установки не используются и их еще нет. Например, установка для притирки щеток, угольно-графитовых щеток на тяговые электродвигатели, она должна упростить труд рабочим. Например, в данный момент данные щетки затираются рабочими вручную при помощи наждачной бумаги. На нашей установке
Чтобы упростить данный процесс, установлен барабан с наждачным материалом, щетка-держатели. И барабан вращается, щетки притираются. Также установлены специальные пылесборники. На нашей установке они синие. Они собирают всю пыль, упаковывают в контейнеры и отправляют обратно на переработку на завод. Патенты, документы на оформление патентов готовятся. У нас в школе находится установка для перевозки. Да, установка для перевозки колесных пар и тяговых двигателей. На нее официально уже получен патент. Со штампом и все как положено. Сколько вам лет, если... 16. В каком классе вы учитесь? 10. А посмотрите, что показали дети с Воробьевых гор, с Московского дворца пионеров. То есть это реальные как бы симуляторы, реальные. Машинист поезда едет и управляет по действующему участку пути. Ребята с Ростовского университета показали действующую модель тепловоза ТГМ, на которой я, кстати, вчера проехал. Она меня так довольно бодро провезла. Вот. Мы приехали из города Ростова-на-Дону. Зовут меня Дмитрий Попов. И учусь я на 4-м курсе в Государственном университете путей сообщения города Ростова-на-Дону. Меня зовут Александр Коряхов. Я также закончил университет Ростовский государственный университет путей сообщения. Сейчас работаю инженером в отделе электроники и робототехники на базе этого университета. Получается, я энтузиаст, а Александр у нас полноправный работник университета. И в этом году тоже мы получили приглашение от музея железнодорожного транспорта участвовать в выставке и решили привести эту модель. Она уже была, в принципе, готова, собрана полностью. Это тепловоз ТГМ-23. На территории мукомольного завода в Ростове-на-Дону стояла оригинальная модель на тупиковой ветке. По этой дороге часто проезжал наш руководитель, и он заметил эту модель. И у него появилась гениальная мысль, а почему бы не попробовать сделать это самому в масштабе 1:8, тем более тематика нашего университета связана с этой моделью. И после этого собрал группу энтузиастов, на будущее еще студентов. Будущих отработчиков студентов. Да, будущих отработчиков студентов. Которые прогуливали пары. Мы поехали к этому тепловозу и измерили все там натуральными штуками. Линейкой, со штангелем, со всем таким. Только нас посчитали террористами. Да, нас посчитали террористами, потому что добро как бы было получено, но охрану никто не предупредил. Многим же это чуждо. Какие модели? Зачем взрослые дядьки делают модели? Да, скорее всего, уникальность в самом масштабе, потому что это по большей части европейский масштаб, и мы как раз-таки эту модель разрабатывали целью наперед поехать. Да. Опережали наши ход мысли и хотели вообще повезти ее в Германию на выставку, потому что в Европе эта ширина колеи, этот масштаб считается классическим для покатушек. Я являюсь педагогом дополнительного образования по направлению железнодорожный моделизм в Московском дворце пионеров. В этом году в нашей выставке «Железнодорожная модель 2021» мы представили действующий тренажер машиниста. Вот он сейчас, собственно, ребята за ним занимаются. Представляет он на себя полностью реализованный пульт управления локомотивом, собирательный образ пульта управления локомотивом. Как видите, он, естественно, действующий, на компьютерной программе реализован. То есть любой желающий может к нам прийти, присесть в кресло и почувствовать себя машинистом виртуального поезда. Это не самые современные технологии, которые мы, в принципе, используем в обучении. У нас также используются VR-технологии, то есть есть возможность машинисту надеть очки виртуальной реальности, точно так же оказаться в кабине, да, но мы считаем, что все-таки тактильный контакт с органами управления поезда всегда гораздо более интересный, да, когда человек управляет локомотивом, держа орган управления в руках. Поэтому мы чаще всего представляем вот именно такой тренажер. Здесь рождаются будущие Кулибины, здесь рождаются будущие Бетанкуры, будущие Стефансоны, Ломоносовы, Лебедянские. Это трудно сказать. У меня на самом деле это все появилось с детства. Я живу с видом на трамвайные пути. И когда я был маленький, я, в принципе, любил наблюдать за вот этими трамвайными вагончиками. Потом мне подарили железную дорогу, модель железной дороги. Я стал как-то более развивать эту тему, интересоваться литературой. В журнале «Локотранс» узнал о том, что в Москве есть кружок по железнодорожному моделированию. Собственно, с 2007 года я там, как ученик, посещал его. И с 2014 года я остался там работать. С 2014 года я работал там педагогом. Обучаю тоже новое поколение моделистов. У меня была детская мечта быть железнодорожником. Я к ней постепенно шел.
и железнодорожный моделизм для меня как хобби отдушина. Мне любовь привела моя бабушка. Когда я был совсем маленький, мы жили рядом с железнодорожной станцией и ходили с ней гулять на станцию. И как сейчас помню, электровоз ВЛ-82 с грузовым поездом. У нас не было никаких особо парков и мест для развлечения. А станция, что ребенок сидит, смотрит на железную дорогу. Бабушка тоже может своими делами заняться. Я на данном этапе пока выбираю. Мне не принципиально, куда я пойду. Железная дорога для меня как один из вариантов. Я считаю, что мы на правильном пути.